Привет, дорогие! Наконец-то у меня отпуск. Я полечу в Турцию, потом на Урал, а потом с племяшкой в Питер. Там будем гулять, тусить. Короче, я последнее зайду. Не хочу стоять в очереди. Короче, нас не выпускают, полчаса стоим и ждем. Но на этом мои приключения не закончились. Я, знаете, где нахожусь? В минеральных водах. Вот. Мы ждем автобус, чтобы нас отвезли в отель. Сказали, что в отель переночевать пустят. И самолет у нас в Сочи в 11:30 вроде бы как. Но это не точно. Короче, будет информация, я скажу. В общем, я все еще в минеральных водах. Нас разместили вчера в отель. Покормили бесплатно 2 яйца жареных и чаечек бесплатно. Сейчас ждем себе автобус и едем в аэропорт. Короче, мои приключения не закончились. Ожидали мы в итоге в Сочи в 11:30 должен вылет. В итоге его отменили. Но я недавно услышала, когда в столовой сидела, что в 14 с чем-то должен быть самолет в Сочи. Но я психанула и купила билет на Урал. Как говорится, ну и вон нас сидеть ждать, что-то у моря погоды взяла и купила билет, и все. И наслаждаюсь прекрасным видом. Где гора? Вон гора. Красота. Короче, предысторию. Я вроде бы вначале сказала, что типа лечу в Стамбул через Сочи. В итоге в Сочи мы не попали, потому что была гроза, и нас перенаправили в минеральные воды. В итоге нас хотели отправить ночью самолет в Сочи. В итоге не получилось. Разместили нас в отеле. Хорошо, что покормили. Завтрак был, да. Два яйца. Ну ладно. В итоге приезжаем в аэропорт. Думали, что нас отправят в 11:30. В итоге нифига. Я на нервах такая думаю, да ну нафиг это Сочи, мне же вообще не в Сочи надо. Либо на Урал такая думаю, полечу к родне. Либо как-то подумаю и куплю сразу там билет. В итоге я психанула и купила билет на Урал. Вот. Сижу, жду 18:05 где-то примерно. Будет самолет у меня. Что ждем? Загораем, пока есть солнышко. Тучи ходят, конечно. Но ничего страшного. Пьем кофе, загораем. Короче, минводы. Что? Я себя фоткаю. Я себя. Себя. Я себя. Я себя снимаю. Что понимает? Я себя снимаю, лицо. И что я такого снимаю? Лицо нельзя мое поснимать. С камеры можно попасть в самолет и как-то. Одна труба и облака. И что такого? Запрет? До этого снимала, ничего не сказали. Сейчас такое отражение происходит. Короче, Минводы, Урал, ждите. Hello, my friends. Я на Урале. Город Екатеринбург. Наконец-то! В общем, я позавтракала с соседом, в хостеле познакомились. Еду сейчас на Южный вокзал, а потом в Асбест. Там у меня котик тусуется уже 3 года без меня, бедняжка. Наверное, соскучился. В Екатеринбурге сейчас 33-35 градусов, жара. Я с котомками, с двумя рюкзаками еще сзади. А еще... Держись! Тряпка. Мчим до Асбеста. Я на задних рядах. Полупустой автобус. Так что двигаем в Асбест. Откроют или нет? Есть кто-то? Это я. Здравствуйте.
Красавица. А что без штанов-то? А я так хожу, жарко. Да? Жарко здесь невыносимо, но ладно, я пойду домой. Ой, на тапочки свои. Ты помнишь меня? Кто такая пришла? На, понюхай, понюхай. Ты уже не помнишь запах. Масянчик, кто тут такой? Масянчик. Переодели в домашнее. Лакшери лук. Жалко, хлеба нет. Или чего-нибудь вкусненького. Фу, блин, короче, все полили. Надо закругляться, а то что-то очень жарко, душно. Хочется домой в душ хотя бы. Ягодка всех поела. Кружовник, смородина черная, смородина красная. Надеюсь, не обосрусь. Пошла погулять по деревне. Деревень с котчиком. Будешь скучать? Съела цезарь, буду пить кофе, жду друга, он опаздывает, сычёныш. Накажу. Ой, смотрите, какие рыбки в торговом центре. Вот так, прикольно. А вот эта наглая морда опоздала и меня не встретила. Я проспал немножко. Немножко, вот так вот, да? Ой, такой везде смущался. Я тут ни при чем, я тут не при делах. Вот наглец, да? Сейчас буду наказывать его. Оголяйте попу, пожалуйста, сейчас. Что-то такое лохматое. Любуемся рыбками. Успокаивает. Hello, my friend. Я все еще в Екатеринбурге. Сняла квартиру. А сейчас, короче, завтракаю, крашусь и... иду гулять, потом у меня маникюрчик, буду переделывать. Так что, думаю, вот какой сделать цвет маникюра сегодня. Не переключайтесь, будет интересно. Гуляю рядом с храмом на крови. Красота. Решила заказать кофе по-ирландски. С алкоголем, с мороженым. И зерна кофе. Сейчас пленненькая буду. Какая вкуснятина здесь висит. Обалдеть. А можно мне это завернуть? Короче, заворачивайте тут ножку. Я беру. Это, короче, Быковский. Новый зал открыли рядом с храмом на крови. Ребятки, до маникюра осталось сейчас, а я решила выпить бокальчик вина с таким вот видом. 50-й этаж. Класс. Сейчас буду красоту делать. Смотрите, какая красота. Какой вид. Честно, я первый раз вижу, чтобы так цезарь подавали. Но здесь вкусно. Мы выехали в Ачит, в деревню. Меня атаковали. Помогите. Малявочка маленькая. Пойдем к мамке. Тем маленький, то. Птичку ищешь, что ли? Сейчас к мамке там. Вот твой лялька. Ай, не надо царапать меня. Это я типа уже в Ачите, в деревне, у бабушки. Вот бабушка. Тетя с братом делают дорожку во дворе. Там еще две собаки, кстати. Потом покажу попозже. Или вон сейчас через это, через дверь покажу. Лабрадор. Ой, это кто такой? Пёсель. Здрасте.
Здрасте. Лола ее зовут вроде бы. Ну, что ты натягиваешь-то ошейник? Больно же тебе, наверное. Дурында. А, дурында. Да. Привет. Ну, вот я в деревне. Пошла к подружке пиво пить. Почему такой у меня прикид? Потому что я после бани, и ветер дует. Я не хочу простыть, заболеть. Так что вот. Вот был, в принципе, солнце есть, но мало, очки надо было одеть, такая тетя Моти была. Все, до связи. Отдыхаем хорошо. Все, девочка, разделась. Смотрите, какая милота у моей сестры. Шиншилка, привет, привет. У-ти-тю-тю. Давай я сейчас дверь открою, только не выбегай. Тю-тю, привет, мордашка. Что-то кайфует, когда снизу гладят. Привет, привет. Как дела? А мы типа гуляем. Блин, в Ёбурге дождик пошел, собака. Но нас... Но получше, чем в Питере. Но нас ничего не остановит. Мы взяли зонтик у сестры и пошли гулять. Нам пофиг. Помашите. Мы тут выбираем футболку. Но я не знаю, по размеру как. Тоже большой, да? Да, тоже большой. Как будто что. Но я люблю оверсайз. Не, я в плане того, что походу нам нужно меньше. Да? Ты не знаешь свой размер? Если это Элька, значит М-ка, значит, да? У тебя? М-ка может подойти. Сейчас попробуем. В общем, мы собираемся вылетать с Екатеринбурга в Питер с племяшкой. Пошли гулять в Эрмитаж. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота наверху. Мелкие детали, так все вырезано аккуратненько. Как вот раньше все это делали? Теперь мы попали в малахитовую гостиную. Тут все из малахита, столбики, всякие вазочки. Вот вазочка. И каминная это. В общем, что-то на богатом. Все в золоте, все в бриллиантах, в малахите. Не садится. Женщина. Ну, как бы без комментариев. Какая красота, да? А наверху? Наверху-то смотрите, какая красота. Девочки, такие девочки. Фоткаемся, стоим с племяшкой. Но пока разно всяко, не нафоткаемся, не наснимаемся. Будем сидеть. Красота вообще. Церковь классная. Купола золотые. Смотрите, мне еще подкинули рубль. А я тут типа как бомжара сижу просто. Мне подкинули рубль. Ну, ребят, смотрите, у нас продавец. Кашканал. Здравствуйте. Вы по безналу принимаете? Да? Нет? Как вас звать? Васька? Или Мурка? Смотрите, куда мы забрели. Магазин сладостей с древним интерьером. Смотрите, какая люстра большая. Кстати, в этом магазине снимали
фильм. Блин, я забыла, как называется. Напишите, кто вспомнит. Так хочется все попробовать. Такие вкусняшки вкусные. Вот, кстати, и пианино само играет. Интересно придумали. Мы тут маленько фотосессию устроили в ресторане на крыше. Занесли за последний день, гуляем. Так что пока погода нормальная, фоткаемся, ходим, гуляем. Разведение мостов. Последний день, Элиза уезжает сегодня ночью. Ты будешь скучать, Лиз? Будешь скучать? Очень. Приедешь все? Все, племяшку проводила, чуть не расплакалась. А где выход? Второй выход где? Алло?